Шпионский триллер в лучших традициях Голливуда. Вот только эта история основана на реальных событиях. Перспективный дипломат из хорошей семьи, чей отец – уважаемый государственный деятель, дважды премьер-министр страны. Но родители, как говорится, за детей не в ответе. Еще в ноябре 2014-го в СМИ появилась громкая новость. Сотрудники ГКНБ задержали Алтынбека Муралиева, на тот момент уже зав. Отдела международного сотрудничества правительства. Сегодня он осужден на 22 года за госизмену, в частности, за передачу секретных материалов о внешней политике Кыргызстана иностранной разведке. Каких конкретно, кому, не сообщается по сей день. Однако в газете «Дело номер» накануне появился занятный материал. В нем издание сообщает о сотрудничестве Муралиева с заказчиками, о том, как его завербовали еще в Стамбуле, где дипломат обучался, а после работал в течение 5 лет. Первая информация, которую он слил иностранным разведчикам, это ход событий апрельской революции. За это его отблагодарили, что называется, долларом. А через некоторое время секретные друзья вновь напомнили о себе. Вот что пишет «Дело». Один из кураторов позвонил Муралиеву и напомнил о достигнутых между ними договоренностях. При этом он начал шантажировать его, сообщил Муралиеву, что его поездка к ним в столицу и получение им денег зафиксированы, и эта информация может оказаться в руках кыргызских спецслужб. В итоге в зарубежный разведцентр потекла информация, касающаяся внешней политики временного правительства Кыргызстана. Тем временем Алтынбек Муралиев поднимается по карьерной лестнице и при вновь избранной власти, а значит, получает все больший доступ к секретной информации. Ставка за его услуги растет. Теперь вместо $1000 он получает 2 ежемесячно. Как пишет «Дело номер», схема передачи Муралиевым информации своим кураторам была встроена по всем правилам разведки. Те запретили Муралиеву пользоваться для написания отчетов и служебным, и личным интернетом. Дали денег, чтобы он приобрел лэптоп, небольшой компактный нетбук. Связь осуществлялась так. Муралиеву на телефон приходили ни о чем не говорящие посторонним СМС-сообщения, что означало проверить электронную почту. Его снабдили смартфоном с программой шифрования и дешифрования сообщений, которые через час после получения автоматически удалялись. Информацию Муралиев должен был отправлять только через этот аппарат. Несмотря на ряд предосторожностей, отмечается в материале, комитетчики засекли процесс шифрования данных. С этого момента за Муралиевым следили. Конспиративная квартира, позывной, все на английском языке. Алтынбеку Муралиеву поручено создать агентурную сеть, вербовать носителей секретов, от госслужащих до журналистов. Несмотря на программу шифрования сообщений, которой пользовался Муралиев, кыргызстанские чекисты сумели восстановить около 400 документов, переданных им иностранной разведке. Длинный на несколько страниц список этих документов фигурирует сейчас и в приговоре суда. Все документы под грифами «секретно» и «совершенно секретно». Касаются они в основном внешней политики Кыргызстана, в том числе непростых отношений со странами-соседями. Из свидетельств работника ведомства, некоторые действия завотдела международного сотрудничества выглядят странно. Он постоянно фотографирует документы и присутствует там, где не должен бы. Но самое главное, раз за разом международные переговоры наших дипломатов, которые, казалось бы, должны закончиться успешно, благодаря стратегии, аргументам, терпят крах. В последнее время, по наблюдению коллег, Алтынбек Муралиев часто впадал в депрессию. Жаловался на жизнь, втихую употреблял алкоголь. Вид имел измученный, на работу приходил не выспавшийся. Неудивительно, ведь каждое утро перед восходом солнца с 3 до 5 часов он был занят отправкой материалов кураторам. Плюс непокидающий страх. Лишь спустя 4 года слежки ГКНБ задерживает Алтынбека Муралиева на пути с Бомского ущелья. В первые же дни он дает признательные показания. Рассказывает и про квартиру, и про банковские ячейки. За весь период работы на иностранную разведку он получил более $100 000. На момент задержания там находилась сумма $14 300. Впоследствии сотрудничать со следствием отказался, заявив, что признался под давлением. Причиной послужила смена статьи, которая изначально была ему предъявлена. Вместо передачи иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну, его судили как изменника родине. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбекулу, НТС.